Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил готовность Барвихинской школы к 1 сентября. Вместе с коллективом школы он прошелся по кабинетам и спортивной части учреждения. Особое внимание традиционно уделили системам безопасности и питанию. Инспекция прошла в рамках проекта «Новая школа» и подведение предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.